это все нет. Вы писали, что в скором времени вам предоставится возможность краткого отпуска. Я не могу убить.
небо. Их взяли, схватили! Значит, наши теперь будут разбираться, почему они давали ведь знания?
тяжелый озадачен, трагическую месть. Ваш муж, лейтенант Михаил Бронислав героически погиб, защищая Родину. Он был мужественным, стойким солдатом, лучшим политруком. И друг Михаила, старший лейтенант Автисян. Этого не может быть. Бросая технику в окружение и неся огромные потери.